Всем привет! Меня зовут Рукоделкин Алекс. Сегодня я решил снять интересный эксперимент краски на молоке. А пока давайте посмотрим. Для начала я взял две таких тарелочки, в них налил туда молочка и кое-что добавил. Что добавил, вы напишите мне в комментариях под видео, а также напишите, как прошел ваш этот день, чем вы занимались, что успели, что